17 октября руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов проведет всероссийскую встречу с родителями. Руководитель и специалисты Рособранадзора ответят на вопросы, касающиеся организации проведения в 2018 году ЕГЭ и ЕГЭ-А9, всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования. Уже принимаются вопросы по электронной почте ЕГЭ@обрнадзор.gov.ru и на странице Рособранадзора в социальной сети. Встреча онлайн начнется в 11:00 по московскому времени.